2018. Обновлено. 10.51 25 июня 2018 года 148930 Москва, 25 июня. РИА Новости. Движение поездов на южном участке Люблинско-Дмитровской, Салатовой, линии московского метро, нарушенное утром в понедельник из-за происшествия с пассажиром, удалось восстановить, сообщает метрополитен в сети Микроблогов Twitter. После чрезвычайных происшествий с пассажиром поезда на Салатовой ветке метро следовали с увеличенным интервалом. Позднее метрополитен сообщал об отсутствии движения поездов между станциями Марьино и Зяблик. Пассажирам рекомендовалось пользоваться замоскворецкой линией наземным транспортом. Движение на южном участке Люблинско-Дмитровской линии от Марьино до Зябликова восстановлено и вводится в график, говорится в сообщении столичного метро.